Всем привет! Вот такая вот большая коробка, большая тяжелая коробка пришла мне сегодня вместе с ножами Мулы. Вот, и снимаю второй обзорчик, вернее, второй распаковку посылки, вот, в которой лежат накладки всякие, материалы для кастомизации, для изготовления рукоятей на ножи. Вот такая вот чуть помятая коробка. Надеюсь, внутри все более-менее выглядит лучше. Такая вот мудрая надпись. Выпуск разрешен. Казанский вокзал. Ну что, откуда начать открытие? Наверное, со стороны разорвана. Везде она порвана. Посмотрим, какие материалы ко мне пришли. Как раз из этих материалов я планирую сделать рукояти на мулы, ну естественно и на все другие ножи. Кстати говоря, все мои рукоятки, которые я буду делать, будут продаваться вот на таком сайте rotech.ru. Так, ну вот, вроде бы добрались. И посмотрим, что тут и как тут. Ух, наверное, коробку я все-таки отодвину куда-нибудь подальше, потому что все равно она не влазит. Вот, и буду вытаскивать потихоньку и снимать, и сам смотреть, самое главное, что сам буду смотреть. Мне самое интересное, что здесь, да как здесь. Инвойс, куча инвойсов, кстати говоря. Коробка практически вся полная. Самое главное, карбончик. Пробный вариант такой. Потестируем. Куча тонких. G10. В толщиной где-то в 1.5 миллиметра. Вот такие вот яркие, красивые цвета. Вот. Потом у нас... Что здесь есть интересно? Из интересного у нас вот такой вот толстый и необычный карбончик. Вот, это карбон с геометрическими типа фигурами, необычным плетением. Мне кажется, смотреться будет интересно. Можно будет что-то сделать. Так вот он смотрится. Это у нас серый, какой-то эксклюзивный вроде цвет. Это у нас G10. Такс. Вот они у нас потоньше. Цвет гамма. Тоже интересный цвет. Популярный. Обычный черный G10. Он у нас тоненький, где-то 3 мм. Вот. Дальше у нас что здесь? Еще такие вот пара цветов. Белый G10 толстенький, оранжевый. Здесь уже у нас 5-миллиметровые плашки. Двухцветки. Черно-оранжевый и черно-синий, если я не ошибаюсь. Вот такие вот двухцветные тоже. Толстый G10. Да, оранж-блэк. На каждой заготовки или на каждой вот этой пластине не поленились, написали, кроме на черных, по-моему, черный, и так видно, что черный толстый G10. Так, что у нас здесь? Тоненькие двухцветные. Это у нас красный с черным, синий с черным и оранжевый с черным. Такие вот тонкие. Короче, есть с чем работать. Будем экспериментировать. Тонкий белый. И еще один черный G10. Так, ну да, здесь у нас огромная куча этих полиэтиленов. Зачем было такую большую коробку делать, не понимаю. Сделали бы все плотнее. Короче говоря, вот такая вот
Ах, блин, тяжелая пачка материала у меня теперь. Вот, и будем экспериментировать. Резать, творить. Надеюсь, что-то будет получаться. Будем снимать, показывать. Так что следите за каналом. Подписывайтесь на канал. Чем дальше, тем больше будет интереснее. Ну все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.